к этому данжику. Бегу. Че, на Ютубе, на Твиче? Куда ссылку? Да, не нашел. В принципе, не важно. Я вот сейчас тоже осада у них началась, хочу чуть-чуть посмотреть, пока вирус бежит, посмотрю. У них на стенках, а вон что-то вроде пишет, пушка есть. Да, должна быть. Ну они опять вот сейчас стоят перед точкой. У них на стенках уже рассказывали, что была осада, и атакующие за 3 минуты все 3 точки взяли. А я видел там, где они вообще ни одну не взяли. Там тактика простая. Хилы и маги забегают на точку, а перед ними забегают милишники, которые забегают внутрь этих рейнджей. И все, и связывают боем. Пока маги и хилы стоят на точках, там в льдинах, в хилках, милишники вырезают рейнджей. Точка тикает. А сейчас нету этих барьеров, которые типа вокруг себя купол поставил, тебя не пробивает? Вроде нету. А что, такие были? Да. Раньше дурак с молотком забегает, мало того, что всех раскидывает. А, не, подожди, не с молотком, это этого, у хила было. Ты типа блинкуешь, состаешь в купол и все. И всех блочишь. Нет такого. Хил раньше вообще имбой был. Был. У тебя на свапе меч щит? Нет, сейчас перчатка. Да я тут. А чем тебе щит? Ну, у меня раньше меч был. Щит еще стал. Значит, хотел в ПВП потестить, но. Идем. Ронстер да? Тут. Рон же говорил, что отойдет. А, да? Кажется, идем от момент, допустим. Ну вот, Б взяли, сама главная точка. Ну, щука, все топористы. Это нужно исправлять, потому что будет действительно игра про топоры. Они не умеют топоров, они как бы, блядь, один порезали, второй сделки лучше, блядь. А тут? Куча зеленых хилок накидали и стоят в точках. Ох, накрыла АОЕшка пушкой им. Просто все хп. Там говорят, что этот, пока у всех тир маленький, если кто-то умный прокачал пушку, то там пушка просто как пулемет всех косит. Там фишка еще в том, что есть шмотки, которые повышают урон пушки. Мне попадалось, но я на нее что-то, и я ее разобрал. Да, есть на шмотках плюс осадный урон. Говорят, именно лучники наносят сильный урон по осадкам. По осадкам или с осадкам? По осадкам. Странно. То есть пушки на стенах ломают лучники. Доты хорошо ломают пушки. Дотов в игре не особо много. Лучников. Ну, лучник и маг. Лучников, опять-таки, лучники. В смысле, фаермаг тоже доту дает. Она... Забудь про нее, про ее урон. Она тикает по 10. Ну, хуйзи. Ну, эти грубо вчера вот. Ну, в смысле, Зелдом тестили. Так, чё, у кого куда? Видите? Видите, нуба? А с кого-то не хватает. Лекса.
Мне просто там последнюю точку берут. Интересно, что будет. Давай, пошли. Локс. Я тут, тут. Просто где-то пропал. Наши ауры стакаются или нет? Да. Ну, которые на валу появляются за это. Вроде нет, потому что это отдельный баф бешится. Так вот, стоишь, там есть. Огнемет не пробовал. Слава домашняя. Шапка. Скажите, когда нам умирать надо будет? Нет. Точнее, не надо будет. Это другой? Физик, что ли? Что другой? Не показал. Тоже убийца как раз был. Нет, попробовал сниматься. Придрился. Он спал. Так, а что с ним ничего не выпало? Че? Ну, у меня прошла стена, тоже ничего не выпало. Часто, часто. Лучше не отображаться.
Там вот ползающая с левой стены есть штука. Ее видно. Даже если лазер выключен, видно, как она ползает. Так. Внизу руда. Да, да. Была. О, щука. Ставить, я хочу попробовать. Оба. Попробовал. А дальше что? Дальше так вот. Слушай, ты чем так пролетел? Ну, это апнутые горячие пятки. Ну, скилл в правой ветке. Не апнутый он. Тут лазер. Пост я себе нашел, но он только для ПВЕ, вот абсолютно. Добро пожаловать в клуб. Вирус, если можешь, ко мне прыгай. Вот где я стою. Да, и проходи. Проходи, проходи. Нефиг, ты подожди, ты забыл. А, ты еще идешь. О, в смысле, какие кишки жду. Так нам можно напрямую пройти, зачем все обходить? Ну так, да. Нефери, сюда, прямо беги. Туда не надо. Прямо к ней беги. Подползи, там только верхний горит сейчас. О, да, и сюда. Ну, нормально, чем. Проходим. И сколько раз так надо будет такое хрень страдать? Конкретно такой мало осталось. Ну, мы тут навайпались нормально первый раз. Ну, я уже два раза помер, блядь. Всего-то. Первый раз. А что? Поспешил, а? Что, затащим из танка или... Недалеко.
конца. Что до конца? Ну, да, наверное, может дойти такой. Мы не просто замедляли, да? Да. Кстати, там три точки взяли и начали ворота бить. Кто против кого? Став на силу интеллект. Чтобы бить сильно, но умно. Кстати, 360-й мушкет. Ты или ты уже натестился мушкет? Мушкет у меня есть. Вот лук на интеллект. Пойдем сейчас сразу же прямо. Ну да. Ты
плохо. Сюда тебе плохо говорю. Становись или походу. Блин. Топорик 420. Это ничего вообще не падает. На 13 силы 6 дексы. Кстати. Угу. А перки Refreshing Move и Enchanted, да? Да. Это ты тоже выпал, да? Да, он в прошлый раз еще выпал. Прикольно. Перки убивают. Как тебе такое, да? Может быть, позакрываем эти порталы в нашей локации, чтобы нас погибали? Смысла нет. Почему? Ну, с маленького 500, с большого 2000. Дропа там с ним. Да. И ничего особо не падает, а территорию там накрывать не будут. Карты херни. Даже опыта там ничего такого интересного. Карты херни падают. Но и они нужны для края, это чтобы проходки вот так крафтить. Единственное, что полезное. Там же тоже такой сильный. Ну, источник 420-х оружий. С хорошими сортами синих. Единственное, что... Ой, и карапаты-то мы нужны на все данжи, как бы. Там какие-то для крафта и итемки начнут со стрельбой. Ну, там же это опа, чего там это еще? Ну, хватит. Сначала пойдет? Соберемся сегодня, типа, давайте пятером попробуем по карте, там было. Блин, как ты назвать? Не, это было подработать надо. Ничем? Какое? Что ты хочешь потестить? Я бы хотел потестить войну. В общем-то, ПВП какой-то, да? Чтобы как убить людей. А что-то все, блин, закрадились брать. Ее тестить, она никогда не меняется. Так. Джак, может ты поддержишь? Так, давайте, вирус взять. Честно, просто не вижу смысла. На войну, да, но на войну там завтра можно записаться, если тебя возьмут. На ступеньке вставай, чтобы это заблочить щитом лазеров. Все. Мы проходим, да? Нас нападут все-таки завтра? У нас нет. Мы нападем, да? Можешь поучаствовать, попытаться в осаде, если тебя возьмут. Я понимаю, что на осаду бессмысленно мне идти, потому что я купаю, работаю и не уверен, что в это время я... А последний как, да. А второе, как бы я просто хотел сегодня собраться там, собрать пати и попробовать поубивать людей там, какой-нибудь. Так, тут еще лазеры проходят. Недолго я с этой штукой буду ходить. Всего 3 минуты, собственно. Ну или пока не снимешь. Снимать тут негде, поэтому 3 минуты. Есть там справа у него. Не дойдет. Он багуется. Че, я доходил туда-сюда? Там
ты доходишь до возможности лучше, чем. Че он закончил? Да нет, на нем 2 минуты еще пока знаю. Там лучше стреляет. Вот, сбил. Дают, кстати. Или это мне повезло? Порой дают, да? Нет, у меня уже 600 голды, было 0. На минуту. Ши, это выгодно. 100 голды, я не знаю, это зеленую шмотку продать. Хороший. Так, иди поставьте. Когда кому-то надо. Просто душит прямо сразу. Кибербуллет, Лекса. Чего я там? По 300 продавал. Я тоже продавал. Продавал. Это не продаю. Собираем всех внизу. Сейчас, секунду. Взяли все, да? Засдохнуть молодым. Танк, перевес. Перевес. Где танк? Почему не танчит? Разбирают шмотки. Или это Джар? Это я. Я не в лаге. Я просто то. Я просто у меня был перегруз. Я не мог подойти. Жадный танк. Пришел. Пришел сюда, с черу до сюда. Сколько там не доверяешь? Слушай, ну как местные? Да, я говорю, он Лекс не крафтит сундуки для дома. Ну да, и дома нет. Не только дерево не несет. Ой, там сундуки. Лекс не крафтит сундуки для дома? Тут ты как не можешь сон тут поднять? А ты куда пошел? Я тут оказывается. Потом поднимешь. Поднял, понял. Так, сейчас через вот этот лазер. Может сразу наверх пойдем? А, ну да, мы сразу идем. Нам заключим наверх, да. Или зачем-то? А, за отключением сначала. Нам и наверх надо, и налево. Ой, ну, и прямо, и налево одному. Гонка копателей. Я разобрал шмоток на 60 веса, я могу еще. Всякую зеленку не нужно. Сюда не буду ощущать. С него ключ падает. Ага. Сундука ключ падает, да. Да.
дайте, чтобы ты будешь получить, что вас тут. Чё, куда ключ? Ключ? Ключ ну, дальше, да. Только я хочу взять сундук. Там в сундуке ключ только. Там вроде это... А, да, только ключ. Локет. А, нам нужен. Нужно сначала это. Смешно. Садон, мешка, бесите. Меч и топор. Где посох? Где перчатка? Передавать ты не можешь топоры мечи? Нет. Синька тут бендится. Конституцию.
Да, Тарс явно побыстрее. Понятно. Все уже знаем. Чего бояться? Ничего. А чего бояться, ты уже не выйдешь в первой фазе, так что просто бей на курточку, бей босса. Если она полузрывается, это победа. Все проходит, что ли? О, синенький босса. Капира. А, нет, выпало. Ну, что-то из милишного. Фу, блин. Рапира, да.
Фаерстаф, который не передать. Грустно. У меня мушкет выпал. Копье. Две рапиры. Копье. Да. Копье, рапира, топорик, мушкет. Фаерстаф. И лайфстаф. Все же можно. И кольцо. Ай. С диксой, блять. У меня несколько колец сейчас, смотрю, с чем. Так, ну, есть... Хоть сундука, давай. Посох, перчатку, посох, перчатка. А, второе кольцо с конституцией 16. Зеленые трусы. Потому что я люблю. Кольцо лучше моего. Так, ну ладно, всем спасибо. Всем спасибо. Может быть, да. Там чуть-чуть это послакать, поесть, покушать, чай попить, кофе попить. Кто, может быть, еще пособираю, может, кому-нибудь надо. Ты говоришь, как будто у тебя этих проходок жопы жить. Там скрафчу. Там, чтобы скрафтить на этот, нужно 20 титомов скарапета. Ну, а вдруг мне есть, я же не знаю. И вдруг у кого-нибудь есть, я присоединюсь. Плюс еще ресы. Ну, там... видишь, все, блядь, с досточками катаются, желтые квесты, нахуй делать, говорят. Я делаю квесты. Ну, вот мы с тобой сделали, мы прошли. О, кстати, Лекс, да. Лекс, да. Ты насчет лука потестить. У меня есть лук 17 дексы. Ну, 360 дексы, да. Я просто инт, чтобы свой бонус не потерять.